Владислав Ильин занимается стрельбой уже 4 года. Один раз попробовал и больше не смог отказаться от увлечения, несмотря на сложные тренировки. Стоять по несколько часов в день в плотном снаряжении с тяжелой винтовкой, особенно после уроков, порой настоящее испытание на прочность. Большая нагрузка, ты приходишь, в день по 2 часа стоишь с винтовкой, весит 6 килограмм, или там бывает 5. Большая нагрузка на руки идет и на спину. Стрельба все равно приносит удовольствие. По словам Владислава, занятия позволяют развивать физическую форму, концентрацию и меткость. Он регулярно участвует в соревнованиях, совершенствуя свои результаты. В этот раз среди юношей стрелков из пневматической винтовки 60 выстрелов Влад стал 3-м. Лучшей среди девушек 40 выстрелов стала Кристина Захарова. Занимается школьница всего 1/2. Мы с семьей ездили в Родничок. Там мы стреляли. Мне очень это понравилось. Папа сказал, что хочу заниматься стрельбой. И папа договорился, теперь я здесь тренируюсь. Сначала не очень хорошо, а потом стало лучше. Первенство Нижегородской области по стрельбе из пневматического оружия в Сарове проводится ежегодно. Соревнования прошли в 3 дня. Первым спортсмены состязались в дисциплине винтовка пневматическая. Во втором стреляли из пистолета. 3-й день для смешанных пар стрелков. 2 возрастные категории – юниор. Юниор – это 2004-2010 год, и 2011 моложе. Задача – показать свой наилучший результат, то, что они натренировали. 2 месяца назад были городские соревнования, как бы. У некоторых ребят результат улучшается. Областное первенство – отборочное соревнование на всероссийский этап, откуда можно попасть далее на финал спартакиады школьников. Он пройдет в августе в Казани. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко. Служба новостей «Саров-24».